покажу мені це. Я хвалю. Говори, да. Это мы не так укручаем. Смотри, здесь ну, я понял. Чтоб не закрутило. На входе и они вам дадут специальный жетон, который вы опускаете в куб лотереи и потом сможете принять участие. Не забывайте показывать ваши стики на телефоне нашим помощникам. Прямо мимо ворот пролетела шайба. Очень хорошая была возможность. Снова возвращаем мяч в поле. Наше игровое поле. Итак, оп, возможность. Аккуратней, дорогие друзья. Главное, конечно же, соблюдать технику безопасности. У нас сегодня специально яркая шайба. О, 1-1, дорогие друзья. Яркие игроки. Забрасываем шайбу. Конец второго тайма. О, яркие филипки закидывают команде деловцы. Еще одну шайбу. 2-1 в пользу ярких филипков. Посмотрите, слово «яркий» в команде дает большое преимущество. Хотя название «деловцы» тоже дает некую защиту. Ну что, шайба у нас на центре поля. У нас есть еще время. Продолжается третий тайм. 2-1 в пользу ярких филипков. Поехали! Двигается к воротам ярких филипков. Но, как мы уже говорили, что здесь... Поднимите, пожалуйста, ворота, наши помощники сидят за этим. Настя! Все по-честному. Катя, видишь, я уже без пингвина еду. Здесь уже ждут. Удар? Что это? Да, вот. Дети, отошли чуть-чуть назад. Итак, ребят, решающий удар, который определяет судьбу чемпионата. Итак, еще один удар. Приносит победу своей команде. Нет, если каждый забил, мы еще по одному удару даем. Да. Если один забил, другой не забил, все. А команда уходит с победой, да, которую забивали. Ну так, приготовились? Ну что, ребят, можете? Ждем, сейчас конечно, пару метров. Ждем. Уже практически близко к победе. Итак, подождите, сейчас очень важный момент, потому что капитан начинает остановить чуть-чуть, но третий удар мимо, а здесь же. Итак, пока одно попадание в команду Эллса. Шайба попала в ворота. Итак, и главный подарок мы вручаем. Главный подарок мы вручаем. Команде яркие филипки. Номерочков. Итак, у нас уже есть порядка 30 номерочков. Кто не бросил свой жетон, дорогие друзья, кто не сделал фотографию и не оставил. Вот такая я. Как тебя зовут? Лиза. Итак, кто Лиза, мы сейчас узнаем, кто у нас счастливчик и станет обладателем первого суперприза, которым мы разыграем каждый час в рейтинге Сюмин. Лиза, итак, номер. Да, надо сквозить и остановиться. Итак, у нас супер чемпионат. По версии Junior начинается на открытие. Итак, сегодня у нас мероприятие «Я и я». Семейный праздник. Компания «Дел» и друзья. Где вы сегодня находитесь? Здравствуйте. Ну, вот
Катки, а что вы тут делаете? Катаетесь? Достаем плюшки. А что еще? А с кем вы пришли на каток? Да? А с кем вы пришли сегодня на каток еще раз? С папой. Папой? Ребята, кому не достаем плюшки, не переживайте. А я вам, вы мне дайте адрес, я вам сброшу. Ну да, а я буду выкладывать. Да, ну, давайте с хэштегом. Хорошо. Да, вот давайте я его сниму. Яркий я. Отлично. Давай, давай по кругу. Компания Дел и друзья встречаются на мероприятии «Яркий я» и главный герой нашего праздника – ноутбук Dell XPS 13 с самым ярким дисплеем, который не меркнет даже в самую яркую погоду. Итак, хорошо, у нас
экране монитора Dell XPS 13 в нашем кафе. И там, если вы оставите адрес вашей почты, вы получите скидки. И они будут у вас на память на вашем компьютере. Thank you.